Церемония награждения лауреатов ежегодной премии губернатора Московской области в этом году проходила в онлайн и офлайн форматах. За трансляцией из павильона Главкино наблюдали более 50 муниципалитетов. Была организована и видеоконференция. В театрально-концертном центре «Щелковский театр» в этот день также собрались неравнодушные к судьбе своей малой родины люди. Участники премии «Мы рядом ради перемен». Глава округа Андрей Булгаков поздравил и наградил лауреатов в двух номинациях. Все участники, вне зависимости от масштаба их реализованных проектов и инициатив, пример для подражания. Всего же в этом году на участие в конкурсе в регионе было подано более 6500 заявок. Как у нас в Подмосковье заведено, что большое, огромное количество людей и в этом зале, которые сейчас дистанционно нас видят и присутствуют здесь, они помогают людям бескорыстно. Но при чем здесь премия? Премия лишь для того, чтобы еще раз показать важность этих дел. И что самое интересное, все деньги, наверное, в 9,5 случаев из 10, эти люди опять инвестируют в свои добрые дела. Для Светланы Паршиной это далеко не первая победа. Она активно ведет общественную деятельность более 7 лет. В этом году стала лауреатом премии в 4-й раз, представив проект по развитию доступной среды. Чтобы комфортная жизнь была для всех, без исключения, и для и людям с инвалидностью, и всем остальным маломобильным людям. Это очень важно, получать образование, жить, работать, передвигаться по городу. Очень приятно. Вот Андрей Юрьевич хвалит нас по телемосту, что мы принимаем участие в проектах, что мы все ведем большую общественную работу, бескорыстную, делаем добрые дела. А я хочу его поблагодарить. В этом году было объявлено 4 категории – область перемен, округ перемен, территория перемен и место перемен. Щелковцы подали более 100 заявок на соискание денежных средств. 17 человек стали номинантами, а 5 – лауреатами. Это было мое первое участие в этом конкурсе. И на самом деле это большая честь быть лауреатом в этой премии. Я являюсь волонтером. Мы помогаем вещевой и продуктовой продукции, отправляем это нуждающимся. Ну, сама суть проекта – это создание площадки для тренировок, катания на велосипеде. Нам предоставили территорию, которую мы вот активно развиваем нашей группой. Дело хорошее, конечно, ожидаем. На главной площадке церемонии в этот день наградили щелковцев Алексея Фураева и Максима Горюшкина, которые вошли в число лучших категорий «Округ перемен». Всего же в ходе заключительного этапа экспертное жюри, в составе которого выдающиеся деятели в области медицины, образования, искусства, культуры, выбрало 500 лучших. Премия была учреждена губернатором в 2013 году для поддержки социальных инициатив жителей региона. За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 250 тысяч человек, и более 12 тысяч заявителей получили денежные средства, которые в будущем помогли реализовать их идеи. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.